Привет, друзья, привет, подписчики, привет, зрители канала «Захватывающая жизнь». Я добрался до Алтая, довезла меня до сюда вот эта малышка. Она проехала больше 5000 километров и с уверенностью доставила меня сюда. В общем, приехал я сюда для того, чтобы посмотреть на всю ту красоту, которую пишут в интернете, о которой пишут в интернете, что здесь горы, горные озера, водопады. Все это я хочу здесь посмотреть, побывать, остаться один на один с этой великолепной природой, которую описывают люди, которые были здесь. Вот что я хочу, вот для чего я сюда приехал. И я надеюсь, что у меня все получится. Сейчас я въезжаю в Алтайский край, распределяю все дни, распределяю все достопримечательности и начинаю исследовать, наслаждаться. В общем, ребята, желаю вам, чтобы вы тоже этим летом исполнили свою мечту. Все просто. Исполните свою мечту, ребята. Все, увидимся.